бесконечно рад нашей новой встрече, дорогие мои киноманы. Меня зовут Сергей Белоголовцев. Здравствуйте! В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают. Не будем дверь открывать. Так говорил находчивый кот Матроскин в мультфильме «Трое из Простоквашино». Я, кстати, с ним согласен. Когда начинается наша программа, все свои усаживаются перед телевизором, наливают чай и наблюдают за перипетиями борьбы наших гостей. Итак, дамы и господа, я смею пригласить вас на шоу «Игра в кино». Давайте на удачу. Свет, камера, мотор. Поехали. В роли первого игрока Альберт Жалилов. Оперный певец из Санкт-Петербурга. Ну, кроме того, что Альберт любит оперу, он еще и посматривает наши сериалы отечественные. А какой последний вам понравился? Из последних, вот что мне понравилось по-настоящему, это сериал «Метод», где блестяще играет, во-первых, Константин Хабенский. Во-вторых, там есть настоящая драма и есть психология взаимоотношений следователя, преступника. То есть там есть что посмотреть и за кого попереживать. Давайте Альберту пожелаем удачи сегодня, она ему понадобится. Спасибо. Спасибо. В роли второго игрока Анна Савенкова, финансист из Мурманска. У Ани есть какая-то трогательная романтическая история, связанная с кино. Сейчас мы ее узнаем. Мы с моим молодым человеком очень любим ходить в кино. У нас есть традиция каждое воскресенье выбираться в кинотеатр. И один раз, когда он меня пригласил в кино, когда выключили свет, заиграла музыка, и на экране пошли кадры из нашей жизни, наши фотографии. Он мне устроил такой сюрприз, сделал предложение. И теперь вот мы с моим мужем уже продолжаем ходить в кино каждые выходные. Какая прекрасная! Вот видите, что кино делает с людьми? Оно делает их лучше, красивее, счастливее. Анна, еще один претендент на победу в нашем сегодняшнем шоу! Андрей Сигачев в роли третьего игрока, предприниматель из Сергиева Посада. Ну, типичный, обычный для нашей программы вопрос. Кто ваш любимый актер? Мой любимый актер Иннокентий Смоктуновский. За его умение сочетать в себе и драматизм, и комедию. Это супер. Вот, Сергей, любой фильм показывайте, все пересмотрел, сразу это я угадаю. Ну, сейчас проверим. Сейчас проверим. Андрей, смотрите. Говорит, что он сегодня победит. Так завуалированно. Посмотрим в конце. Ну что, первый раунд. Поехали. Много лет выходит уже наша передача. И вы знаете, у нас есть какие-то традиции. Одна из этих традиций та, что в первом раунде вопросы не слишком сложные. И сегодня они будут достаточно простыми. Это раунд-разминка. Тем не менее, каждый правильный ответ принесет 2000 рублей. Каждый мой вопрос нужно дослушать до конца. Только после этого можно нажимать на кнопку. А в конце первого раунда зигзаг удачи либо подарит, либо отберет некоторую сумму. Москва слезам не верит. На какой элемент одежды Гоши обратила внимание Екатерина при первой встрече? Анна. Ботинки. Ботинки, верно, Анна, 2000 у вас. О. Я сам терпеть не могу грязную обувь. Ну что, давайте двигаться дальше. В каком мультфильме упоминается мероприятие «Слет юных Василис»? Альберт. Вовка в 39-м царстве. Согласен я с Альбертом полностью, не поспоришь, 2000 у него. Прилетели из разных сказок, потому что у нас слет юных Василис. По обмену премудростями. Чем? Премудростями. Невероятно.
одни приключения итальянцев в России. Назовите имя и фамилию одного из охотников за кладом горячего мафиози. И снова Альберт проворный. Сейчас. Розарио Агро. Великолепный. И такой акцент, видите, итальянский у Альберта. Бене, бене, сеньор. Она должна была давно родить. Сами задерживайте роды, чтобы мне побольше платить. Беременный? Кто беременный? Слушай, ты меня еще не знаешь. Когда вернусь в Рим, мы поговорим с тобой. Запомни это. Деревенщина неграмотная. Розарио Агро еще никто не обзывал беременным. Небесный тихоход. Что друзья пообещали не делать до конца войны? Анна? Не влюбляться и не жениться. Не влюбляться и не жениться. Это правильный ответ, да. Даже самых красивых девчат, да-да-да. Пообещали, песня, друзья. Да, точно. В ЗАГС вы пройдете только через мой труп. Ну, ладно. Ясно? Тихо, тихо. Никаких ЗАГСов, никаких трупов. Договорились? До конца войны любовь отменяется. Кажется, ясно? Ясно. Да. Ясно. Святой? Мужской? Союз. Святой мужской союз. Человек с бульвара Капуцинов. Что стали пить ковбои после знакомства с хорошим кино? И снова Анна проворнее мужчин. Молоко. Молоко, верно, Анна, смотрите-ка. Прекрасно, снова 2000 у Анны. Ваш бифштекс, мистер Кинг. Благодарю вас, сэр. Такой сильный артист, термольник оказался. Дорогие друзья, дорогие мои игроки, это был последний вопрос, который мы разыгрывали в первом раунде. Анна расшифровала мою загадку. И сейчас Анна... Муж не будет вас соревновать, если вы с Зигзагом удачи пообщаетесь? Чуть-чуть. Думаю, не будет. Не будет, я тоже так думаю. Давайте, Зигзаг удачи встречается с Анной. Вот, смотрите, значит, одна линза зеленая, другая розовая. Или, как говорят нас девушки на программе, цвета фуксии. Вот, значит, под одной линзой плюс 2000, по другой минус 2000. Какую вы выбираете? Ну, я в зеленом сегодня, поэтому выберу зеленую. Если было по-другому, мне кажется, дождь бы пошел сейчас из пирожков с капустой. Зеленую линзу откроем для Анны, пожалуйста, прямо здесь у нас в студии. Плюс 2000, да! Вот это везуха, а! Цвет фуксии сегодня не работает, сегодня цвет фуксии. Минус 2000. Давайте последовательно пойдем. Вот Андрей стоит по правую руку от вас. У него денег пока нет. Как-то он не проснулся еще. В обычной жизни из ноля нельзя забрать 2000. У нас можно. У Андрея будет минус 2000, если вы заберете у него. А вот слева более такой приятный персонаж стоит. У него 4000 рублей, у Альберта. Вот у кого-то из них надо забрать 2000. Заберем у Альберта. Прям так, да? Да. Прям даже не дадим Альберту. Безжалостно, безжалостно забрали. Может быть, Альберт бы сказал бы вам, что не забирайте. Я подарю лучше. Просто мне хочется дать Андрею шанс, у него меньше очков, поэтому... У Альберта, давайте увидим, как это произойдет. Вот, Альберт лишился... Хорошо, что я этого не вижу. Альберт лишился 2000 рублей. И смотрите, у нас очень богатая девушка в студии. Посмотрим на финансовую ситуацию. У Андрея денег пока нет. У Анны 8000. 2000 у Альберта. Давайте отправимся во второй раунд. Что там будет? Интересно. Дорогие друзья, это шоу «Игра в кино» на телеканале «Мир». Меня зовут Сергей Белоголовцев. Давайте я напомню, кто же у меня сегодня в гостях. Андрей – предприниматель. Анна – финансист. И Альберт – оперный певец. Вот так вот. Значит, смотрите, ребят, второй раунд. Я сейчас буду показывать отрывки из фильмов. Хронометраж каждого ровно 30 секунд. Если вы, нажимая на кнопку, говорите мне, как называется этот фильм в первые 10 секунд, я заплачу 3000, уже больше, чем 2. Если во вторые 10 секунд вы скажете 2000, и если вы дадите правильный ответ в последние 10 секунд, я заплачу 1000 рублей. Ну, а Зигзаг удачи запрыгнет к нам в студию прямо с экрана после второго раунда обязательно. Давайте, давайте начнем. Включите наш кинопроектор. Я честью вам клянусь, что никогда... Так, Анна. Трое в лодке, не считая собаки. Прекрасно, Анна, смотрите, продолжает зарабатывать, как сумасшедшая. Что никогда вам не найти...
Какого развлечения? Учтите, что на этом свете вы еще в пути, так осмотрите место назначения. На плитах есть душераздирающие надписи. Мимо одной я не могу пройти без слез, правда? Никто не может разобрать, что там написано. Вот Андрей Александрович Миронов в последнюю секунду к нам повернулся лицом. Он играл в этом фильме и, наверное, установил всесоюзный рекорд. Он сыграл в этом фильме 6 персонажей. Представляете? Давайте продолжим. Смотри. Андрей. Ну, я прям сразу увидел главного персонажа Мэри Поппинс. До свидания же. Ну, конечно, Андрей, отлично! 3000 ваши, ура! У всех есть деньги в студии. Пианино. А раскладушка тоже здесь. Мэри Поппинс, как здорово, что вы не ушли. А мы думали, вы нам приснились. А ваша раскладушка? Где же вы спали этой ночью? На такие вопросы леди не отвечают. Потому что джентльмены их не задают. Да уж, ничего себе вопросик был сейчас. Давайте продолжим. Снова вспомнил. Это авария дочь мента. Ай да, Андрей, вы посмотрите, что вытворяет, а? Это правильный ответ. Давайте играть дальше. Гриш. Гришка, вставай. Вставай, говорю. Слышь, деньги в кармане. Вот современное кино все-таки лучше у меня идет. Холоп. Прекрасно, Альберт. Это холоп точно. Молодец. Возьми его, лес, штуки. Давай, где? Давай, просыпайся. Что пьешь? Что делаешь? Барин видел коня подать, а ты дрыхнешь. Ты обув, что ли? Говори. Оставь меня. Погори. Оставь меня. Отставь. Перебухал, что ли? Этим прекрасным фильмом, одним из рекордсменов по сборам в наших кинотеатрах, мы заканчиваем второй раунд. Альберт правильно разгадал мой последний ребус. И сейчас Альберт встретится с зигзагом удачи. Сыграем сейчас с Альбертом в русскую народную кинорулетку. В одном пакете плюс 3000, в другом минус. Нужно выбрать. Выберем розовый или, как любят, цвет фукси, да, девушки любят говорить. Выберем вот этот пакет. Под цвет рубашки. Давайте, ну, плюс 3000. Ну, Альберт, ну, просто зверюга, а. Вот там минус бело-желтым, конечно, будет минус, да. И вот смотрите, Альберт, тут сейчас возникает такая дилемма у вас. У кого забрать 3000? Для того, чтобы у вас стало денег больше, у кого-то их надо забрать. Вот смотрите, есть Андрей. Есть Андрей, у него 6000 рублей. Так. И есть Анна. Так. Она побогаче, скажу вам честно. У нее 11000 рублей. Мне нужно в Мурманск лететь еще. Мне деньги нужны на дорогу. Смотри, 11 минус 3, это все равно больше, чем у меня 6, понимаешь? Да, есть такое. Я думаю, что давайте уравняем шансы. Да. Уравняем. И заберем деньги у Анны. Только не заберем, а заберу. Меня не приплетайте. Да, хорошо. Ладно? Давайте посмотрим, как деньги со счета Анны перелетят на счет Альберта. И что же? Ой, какая красота у нас в студии. Посмотрите. 6 у Андрея, 8 у Анны, 8 у Альберта. Отправляемся в третий раунд. Правила третьего раунда чуть более сложные. Я показываю фрагмент из фильма вот на этом самом экране.
Фрагмент останавливается. Я задаю по поводу увиденного вопрос. Даю три варианта ответа. Один из них правильный. Отвечайте с первого раза 3000 рублей, со второго 2000 рублей, с третьего раза ваша 1000. В этом раунде нужно дослушать до конца и вопрос, и все три варианта ответа. А после раунда мы сыграем в кинолотерею с вами. С кем-то из вас одним. Первый фрагмент из фильма «12 стульев». Куда девал сокровище убиенной тобой тещи? Говори! Покайся, грешник! Покайся! Что отнимет Воробьянинова отец Федор? Деньги, одежду, еду. Анна. Еду. Правильно, Анна. Ха! Конкурирующая фирма! Держите! Держите его! Он украл нашу колбасу! Держите! Стой! Стой, я тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! Отец Федор, наверное, в юности занимался альпинизмом, я так думаю. Давайте продолжим. Про бегемота, который боялся прививок. Один из моих любимейших мультфильмов. Скажите, это очень больно. Что вы? Пустяки! Раз и все. От чего всем героям мультфильма делали прививки? От краснухи, от желтухи, от вальстарт, Андрей. Ну, все три варианта, ну я же говорил же. Простите, простите. Сделать шаг назад. От краснухи, от желтухи, от бешенства. Фальстарт снова. Анна, ну что же вы, слово «бешенство» мое любимое не дали мне договорить. Будет Альберт один отдуваться. От краснухи, от желтухи, от бешенства. Вот хорошо так, да, спокойно, с чувством, да. С толком. От желтухи. Это правильный ответ. Вы знаете, наш приятель-бегемот вдруг стал весь желтый-прижелтый. Ну что ж, это вполне возможно. Ведь вы же мне говорили, что это очень редкий экземпляр бегемотьей породы. Никакой это не редкий бегемот, все это доктор глупости. Просто он тогда жутко боялся прививки. Ах, вот оно что! Тогда это самый простой бегемот. А поскольку ему не сделали прививки, он заболел желтухой. Фильм снят по сказке чешского писателя Милоша Мацуорека. Давайте продолжим. «Чужая родня». А зачем это все надо, да? И вот этот вот. И вот это вот тоже. С такой радугой на юбке ты по селу не пройдешь, собаки сбейся. Ваше дело, хоть бросьте. Берегли для дочери. А зачем бросать? Куда, по мнению героя Рыбникова, нужно отдать старую одежду? В детский дом, в дом культуры, в секонд-хенд. Альберт. В дом культуры. Это правильный ответ. В дом культуры. А зачем бросать? Это можно в районный дом культуры сдать. В таких сарафанах ведь купчих играть. Ну-ка, возьми. Ты ласково и не наживал это, чтобы раздаривать. Сарафан этот ищи бабки моей. Мне от матери достался. Ох, Стешка, гляди, как бы муженек твой помер тебя не пустил. Да полно, мама, шутит ведь он. Ничего, Феденька, место не пролежит. Сгодится еще. Этот фильм снят в 1955 году. Одна из первых, скажем так, оттепельных картин. Снята она по повести Владимира Тендрякова «Не ко двору». А фильм этот – режиссерский дебют прекрасного Михаила Швейцера, создателя «Золотого теленка». Продолжим. Огонь! Ну вот, наконец-то. Константин Юрьевича мы увидим. Зачем герой Хабенского зажег спичку? Оценить ветер, совершить ритуал, поджечь свечу. Анна. Совершить ритуал. Права Анна и 3000 у нее. Да на Горыныч!
хочу. Это у нас ритуал такой. Ближайший населенный пункт Ольхова. Минполосу прокладываем здесь. Остановим огонь, спасем деревню. Это был последний сюжет, который мы наблюдали и разгадывали в третьем раунде. Сделала это Анна. И сейчас Анна сыграет со мной в кинолотерею. Ну, если, конечно, она захочет. Персонажи фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» на экране. Вернее, их портреты. Миледи, кардинал Ришелье, Д'Артаньян, неистовый гасконец. Это не просто их портреты, это лотерейные билеты. Под каждым из них спрятаны деньги со знаком «плюс» и со знаком «минус» в диапазоне от минус 5000 до плюс 5000. Итак, смотрите, Ань, у вас 14 тысяч рублей. Столько же у Альберта, у Андрея пока 6. Смотрите. Вы можете отказаться играть со мной в кинолотерею, сказать, нет-нет-нет, я так упорно эти деньги зарабатывала, ими рисковать не хочу, не хочу, не буду, отстаньте. Есть другой вариант, все-таки сыграть. А вот тут уже может быть два пути. Первый, вы открываете сумму со знаком «минус». Я забираю эти деньги, кладу в собственный банк, но не отдаю их ни Андрею, ни Альберту, не усиливаю ваших конкурентов. Если же вы открываете сумму со знаком «плюс», я из своего НЗ вам выдаю эти деньги, и вы не забираете их ни у Андрея, ни у Альберта. Увеличиваются ваши личные деньги и увеличивается призовой фонд. Альберт, что вы посоветуете, Анне, играть или воздержаться? Я считаю, что всегда надо играть. Да? Да. Хорошо. А Андрей что посоветует? Ну, у нас уже такая разница в сумме, я бы рекомендовал ей не рисковать. Я вас понял. Разделились, Анна, мнения. Ну что, будем рисковать или нет? Ну, я вот как раз вот Андрей, моего мужа тоже зовут Андрей, поэтому я прислушаюсь к Андрею. Я и сама так решила, я не буду рисковать. И молодец, и, возможно, правильно. А если бы вдруг, вот если бы вдруг вы решили рискнуть? Я бы выбрала Д'Артаньяна. Вы выбрали бы Д'Артаньяна. Давайте же посмотрим, что под Д'Артаньяном было. Просто так. Плюс 5000. Эх! Каналья! Кошелек. Да. Вот, правильно Альберт сказал. Что там кардинал прятал? Ноль. Ничего не прятал, а Миледи, наверное, отобрала бы что-нибудь, какую-нибудь сумму. Минус 3 бы отобрала Миледи. Ну что, Анна недополучила 5000 рублей, но ничего и не потеряла. Имеет право. 6 у Андрея, 14 у Анны и 14 у Альберта. Вот такая у нас сейчас диспозиция в студии. И пришло время отправиться в четвертый раунд. Дорогие мои любители кино, вы снова смотрите программу «Игра в кино». Итак, давайте я напомню, кто у меня сегодня в гостях. Андрей из Сергиева Посада, Анна из Мурманска, Альберт из Санкт-Петербурга. Сегодня один из моих любимых четвертых раундов. Называется он «Очки 1D». Вот они, смотрите, перед вами лежат абсолютно непрозрачные 1D. Они потому называются, что когда вы их наденете, у вас будет работать только одно чувство, а именно слух. На этом экране будут появляться отрывки из фильмов. Мы их будем и смотреть, и слушать, а вы только, естественно, слушать. Ваша задача — нажать на кнопку и сказать мне, из каких фильмов мы взяли эти отрывки. Надевайте очки, они абсолютно непрозрачные. Цена правильного ответа — 4000 рублей. Это очень важно. Итак, первый фрагмент. Анна. Мне прям четко показалось, что это «Кавказская пленница». Это правильный ответ, Анна, конечно. Александр Зацепин написал эту прелестную музыку. Сейчас еще одна будет очень прекрасная музыка. Давайте включить к нам. Альберт. Эту мелодию я угадаю с двух нот, потому что это Андрей Петров, а я часто участвую в концертах, посвященных ему, и слышал эту мелодию. Это «Берегись автомобиля». Прекрасно, Альберт, прекрасно. Да, это великий наш Андрей Петров. Давайте дослушаем. Thank you.
Зарегистрированный приемник альпинист. Аккуратнее, прошу вас. Простите, кто из вас Дима? Я, Дима, в чем дело? Я от Олег Николаевич. Какой Олег Николаевич? Приятель Леонид Ильич. Смешно. И играем дальше. Анна. Это песенка из мультфильма «Голубой щенок». Прекрасно, Анна, браво, браво! Брависсимо! Это «Голубой щенок». Я рыба по прозванию пила, Белюшка в океане попадется, и скоро ваша шхуна пополам под острой пилой распадется. И гнилые я люблю, и гнилые я люблю, все светлее меня. Эту песню спел человек в свое время, с которым я был знаком и которого очень сильно любил. Это Александр Борисович Градский. Александр Борисович, помним вас. Эх, продолжим. Жуткий мрак коррупции с застоем нас окутал, чуть не погубив. Но впадать в отчаяние не стоит, все наладит кооператив. Было... Андрей, что это за прекрасная мелодия? Про коррупцию. Это операция, кооперация. Абсолютно прав, Андрей. Частный детектив или операция, кооперация. Засчитано! Была эпоха ей-ей, период был бы здоров. Союз фальшивых вождей и настоящих воров. А нынче Энгельс и Маркс с восторгом смотрят на нас. И явно им по душе, что будет мясо в борще. Это был последний сюжет, который мы разгадывали в четвертом раунде. Давайте же подводить итоги. Андрей 10 тысяч, Анна 22 тысячи, Альберт 18 тысяч. Анна и Альберт в финале нашего сегодняшнего шоу. Ах, Андрей, как-то не задалась игра с самого начала. Что-то не поймали ритм. Но, как говорит наша съемочная группа, не повезло в фильмах, повезет в любви. Давайте прощаться. Спасибо. Вам удачи, ребята. Всем пока. Счастливо. Удачи, Андрей. Привет от нас Сергиеву Посаду. Начинаем финал. Сейчас я вам покажу видеонарезку, которую мы составили из 16 фрагментов фильмов. Их нужно увидеть, узнать, запомнить, потом называть по очереди в любой последовательности. Проиграет тот, кто не сможет вспомнить очередное название. А соперник его или соперница, конечно же, победит и заберет все деньги, которые вы так упорно копили всю игру. Сегодня их будет много. Есть за что посражаться, уверяю вас. Итак, давайте посчитаем ваши деньги. Люблю считать чужие деньги. Так, у Альберта 18, у Анны 22 тысячи. У Анны денег больше. Это означает, что она всю игру провела лучше, чем Альберт, заработала больше денег. И автоматически, даже если бы она не хотела, но так произошло, автоматически она заработала очень симпатичный бонус. Если вдруг, Анна, в какой-то момент вы понимаете, что ничего не можете вспомнить, вы говорите фразу «я беру бонус», пропускайте ход, и Альберт будет называть два фильма подряд. Итак, очень красивая тема видеоклипа «Флирт в кино». Смотрим. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Сегодня можно? Сегодня? Умоляю вас. О, ну хорошо. Заходите к нам. А ты знаешь, он у нас кто? Кто? Бабник, вот кто. Такой молоденький. Так это он, что ли, пристроился? А чем от тебя так пахнет сладко? Леонид Семенович, а как мне вас понимать? Вы меня что, клеите? Да уж, Сава, семью ты разбил. Крепкую советскую семью. Прах разметал домашний очаг. Юр, а твоя жена не будет тебя ревновать? Оставьте этот тон, полковник. Я его невеста. Мне, просто позарез. Нужно быть вечером свободным. Ай, что у тебя мои поцелуи да ласки, Завар? Ай, крепко буду целовать я тебя. Далее. Эта женщина твоя любовница? Давайте уточним, имеешь любовницу на здоровье. Сейчас все имеют любовниц. Ты ли? Чё ли?
Я. Так, ну давайте, Анна, вы как лидер начинайте. Кавказская пленница. Принято. Альберт. Обыкновенное чудо. Точно. Ровно в полночь. Служебный роман. Да. А твоя жена не будет тебя ревновать? Тот самый Мюнхгаузен. В десятку. Давайте уточним. Имеешь любовницу на здоровье. Сейчас все имеют любовниц. Ширли-мырли. Эта женщина твоя любовница? Без промаха. Альберт, вы. Любовь и голуби. И снова согласен. Ты ли, чё ли? О бедном гусаре замолвите слово. Оставьте этот тон, полковник. Я его невеста. Молодец, Анна. Альберт. Осенний марафон. Нет. Нет. Тогда табор уходит в небо. Ай, ждут тебя мои поцелуи да ласки, Завар. Молодец, Альберт. Анна. Сладкая женщина. А чем от тебя так пахнет сладко? Умница, Анна. Альберт. Забытая мелодия для флейты. Точно! Абсолютно точно! Леонид Семенович, а как мне вас понимать? Вы меня что, клеите? Анна! Девчата. Вам! Вот! Молодчина, Анна! Альберт! Самая обаятельная и привлекательная. А, мне, ну просто позарез, нужно быть вечером свободным. Айда, Альберт, айда, Альберт! Анна, ваш ход! Осталось 4 фильма. Можно взять бонус, в принципе. Поставить Альберта на край пропасти. Соломенная шляпка. Отлично. Такой молоденький-молоденький. Альберт, ваш код 3 фильма. Так, хороший вопрос. Хороший. «Москва слезам не верит». Была? Не было такого фильма, к сожалению. Так, «Флирт в кино». 3 фильма осталось и 5 секунд будет у Альберта, чтобы вспомнить и спастись. Ну-ка, что еще раз? Вы сказали только что. «Вокзал для двоих». Молодец, Альберт! «Вокзал для двоих». Так это он, что ли, пристроился? Я просто думал, что я называл. 2 фильма осталось. 2 фильма. Анна, ваш ход. Бонус или фильм? Я беру бонус. Берет бонус. Анна, осталось 2 фильма. Альберт, «Флирт в кино». Снова отчет начинается для Альберта уже 2-й раз. 1 раз ему удалось спастись, зацепиться за ветку, которая торчала от пропасти, и подтянуться. 4 секунды. Очень популярный фильм, Альберт, вы точно знаете. 3 секунды. 2 секунды. А, «Покровский ворот». Ай да, Альберт, что он делает? Точно, посмотрите! Мечка был, да. Что он вытворяет, этот парень, а? Да уж, Сава, семью ты разбил. Крепкую советскую семью. Ну ладно, теперь ваша очередь нас поразить. 1 фильм остался, и 5 секунд у вас будет, чтобы его вспомнить. Больше бонусов нет, только на себя полагаться можно. 4 секунды. Вспоминайте очень известный фильм. Очень преизвестный. 3 секунды. «Служебный роман»? Называли уже, к сожалению. «Ирония судьбы»? «Ирония судьбы» не было. 2 секунды. Ну, давайте последнее усилие. 1. «Бриллиантовая рука»? Не было. Ах, Анна, как же так, как же так? Анна не может вспомнить. И побеждает Альберт! Ну, Альберт. Ребят, вы огромные молодцы. Прекрасный финал нам подарили. 1 фильм сегодня назвали. Интересно, какой узнать? Сегодня можно? Сегодня? Умоляю вас. 12 стульев? 12 стульев, конечно. Ань, ну я не знаю даже, что сказать. Я сейчас прям расплачусь. Давайте так сделаем. Вот прям в ближайшее время мы вас позовем, чтобы вы взяли реванш. Летом. Хорошо? Спасибо. Прям летом прийти, такая красивая, нарядная, и сыграйте еще раз у нас. Хорошо. Да? Все. До свидания. Сегодня в нашей программе победил Альберт Жалилов, оперный певец из Санкт-Петербурга. Давайте же посмотрим, сколько он заработал. 50 тысяч рублей. По-моему, неплохо. Альберт, мои поздравления. Спасибо.
Дорогие друзья, берите пример с этого умного, красивого парня. Если вы так же, как он, хорошо разбираетесь в кино, ну бросайте уже ваши дела, уже приходите к нам, уже заберите наши деньги наконец-то. Любите кино, смотрите кино, играйте в кино вместе с нами на телеканале «Мир». Я Сергей Белоголовцев, это Альберт Джалилов. Мы с вами прощаемся, желаем вам удачи, счастья и любви, конечно. Всем пока!